Ох, простите, я стесняюсь, но я попробую рассказать. Меня зовут Нацуми, я девочка. Скромная девочка в очках. У меня светлые, но короткие волосы, как у мальчика. Меня часто путают с мальчиком, хотя у меня высокий и нежный голос. Пусть немного тихий. Вот. Друзья? У меня нет друзей, к сожалению. Я не очень общительная, молчаливая. Мне одиноко, конечно, но это было до недавнего времени. А некоторое время назад я познакомилась с одним мальчиком. Он учится в том же классе, что и я. Я учусь в 5-м классе начальной школы. В нашем классе учится мальчик, которого зовут Такуми. Он старше меня на год. Если мне 11 лет, то ему уже 12. Как же я с ним познакомилась и подружилась? Но все произошло одним весенним днем. Все началось на большой перемене. Я решила перекусить. Так, сейчас большая перемена. Можно что-то съесть. Хорошо, что мама сделала мне бутерброд. Только надо его достать. Ох, где же он? Я не заметила, как локтем толкнула ручку, и она упала на пол. Рядом проходил Такуми. Он заметил ручку и поднял ее. А? Кажется, это твоя ручка. А? Ой, да. Спасибо. Не за что. Какой у него высокий голос. Надо же. Вы знаете, я забыла сказать. В свободное время я увлекаюсь рисованием. И я частенько рисую различные портреты, в основном карандашом. Только я делаю это обычно дома, или когда остаюсь после школы на какое-то время. В тот день я решила остаться после школы. Мне захотелось порисовать. Вроде никого нет. Как хорошо! Я могу порисовать? Так, начну. Рисование меня порой так затягивает, что порой я не могу остановиться. Да. Пока я рисовала, в кабинет пришел Такуми. Похоже, он что-то забыл. Я не сразу заметила Такуми. Может, я тут оставил свой пенал? Но не мог я его потерять. О, вот он! Нашел! А? Ой! Привет! А ты чего тут делаешь? Я... Чего сидишь здесь? Уроки закончились. Пойдем поиграем. О, футбол хочешь? Играл в футбол? Я не мальчик. Я девочка. Я в футбол не умею играть. Ты девочка? Прости, я не знал. Ничего, меня часто путают. А я еще думаю, почему у тебя такой высокий голос? Не бывает у мальчиков таких высоких голосов. Теперь я понял. Ого, это ты нарисовала? А? Ой, не смотри, не надо. Ты чего стесняешься? Покажи! Пожалуйста! Ну, ладно, вот. Какой потрясающий портрет! Хорошая аниме-девочка! И ты все это карандашом нарисовала? Угу! Здорово! Прости, а как тебя зовут? Я забыл спросить. Меня зовут Нацуми. А я Такуми. Очень приятно. Это твой первый рисунок? Ну, на самом деле нет. Это не первый мой рисунок. Что? Правда? Ну, да. А ты покажешь мне? Я хочу увидеть. Не бойся, ты чего? Только не говори никому, пожалуйста. Ладно? Хорошо, я не скажу никому, честное слово. Хорошо. Давай мы будем дружить. Дружить? Ох. Ты против? Нет, просто никто не подходил ко мне. И никто не хотел со мной дружить. А почему? Не знаю. Я буду с тобой дружить. Правда? Да. Ох, я согласна с тобой дружить. Давай. Отлично. Я хочу завтра снова остаться после школы. Буду рисовать. Можно я приду и посмотрю, как ты рисуешь? Ну, можно. Хорошо, тогда завтра я приду. Увидимся, Нацуми. Пока. Пока. Я не ожидала, что подружусь с Такуми. Я все еще была смущена, но я была рада, что кто-то захотел со мной дружить.
На следующий день Такуми, как и обещал, пришел после урока в кабинет, где я рисовала. О, Нацуми, привет! А? Ой, Такуми, привет! Я пришел, как обещал. Будешь рисовать? Ага. Карандашом будешь рисовать? Да. Интересно. А ты решила, что будешь рисовать? Да, решила. А можно посмотреть, как ты рисуешь? Ох, меня смущает, когда кто-то смотрит, как я рисую. Я не буду смотреть, не волнуйся. А как закончишь, скажешь, и я посмотрю. Ладно? Ладно, я тогда начну. Хорошо. А когда ты стала рисовать такие портреты? Ну, может быть, год назад. Я дома решила карандашом нарисовать понравившегося персонажа. Я увидела одну аниме-девочку. У нее такое доброе и милое лицо было. Я взяла блокнот и карандаш и нарисовала ее. У меня получилось. О, здорово! Да, а потом мне захотелось еще что-то нарисовать. Так я увлеклась рисованием. Слушай, это интересно. А сколько ты рисунков нарисовала? Я не считала. Много рисунков у меня дома. Любопытно. А ты чем интересуешься, Такуми? Я в футбол играю. С друзьями играешь? К сожалению, нет. Как так? Почему? Не нашел. Обидно. Ну как же ты играешь в футбол один? Бегаю по полю с мячом. Бегаю и как ударю по мячу, и тот летит в ворота. Не всегда попадаю, правда, но иногда получается. Понятно. Вскоре я закончила рисовать и решила показать рисунок Такуми. Ну что, нарисовала? Да. Вот, смотри. Ого! Даже не верится, что такое ты карандашом нарисовала. Какая милая девочка нарисована. Я старалась. О, Нацуми. Да, Такуми. А хочешь, мы вместе в футбол поиграем? Когда будут выходные? Вместе? Ну, я же девочка. Я хочу с тобой поиграть, если ты, конечно, не против. Ну, ладно, давай. Отлично, в субботу придешь? В субботу? Да, приду. Хорошо, футбольное поле находится недалеко от школы. Вон там, видишь из окна? Да, вижу. Ну что, пойдем домой? Да, пошли. Мы хотели выйти из кабинета. Когда мы стали выходить, то столкнулись носами друг об друга. Вместе выходили. Ой! О, прости, все в порядке? Да, все хорошо. Ты тоже прости. Ничего, ты первая выходи. Спасибо. В тот момент я почувствовала, как сердце забилось чуть сильнее, чем обычно. Я тогда не поняла, в чем дело. Я стала ждать выходных. Ведь Такуми позвал меня играть в футбол. Я была не против. И вот, я дождалась выходных, наступила суббота. Я пришла к футбольному полю. Там меня уже ждал Такуми. О, Нацуми, привет! О, привет, Такуми. Я не опоздала? Нет, все хорошо, ты пришла вовремя. Это здорово. Вот мяч, сейчас будем играть. А что я должна делать? Давай ты будешь стоять на воротах, будешь вратарем. Вратарем? Ладно. А я тогда буду нападающим. Ты должна отбить мяч, чтобы он не попал в ворота. Поняла. Начинаю. Защищайся! Опа! Удар! Лови! Сейчас. Стой, мячик! О, поймала. Ого, неплохо для первого раза. Молодец. Давай еще раз. Ладно, Такуми. Можешь звать меня Таки-кун. А? Ох, хорошо, Таки-кун. Так, приготовься. Сейчас снова будет удар. Я приготовилась. Ну-ка. Удар! Ой-ой-ой, не успеваю. Гол! 1-0. Я не успела отбить мяч. Не страшно. Давай еще один разок. Давай. Сейчас только очки протру. Так, вот, я готова. Хорошо. Приготовься. Такуми снова будет бить. Угу. Бегу, бегу, бегу. И... Ой, Таки-кун, осторожнее. Такуми ударил по мячу, и тот полетел в ворота. Я не успела отбить мяч. К тому же, Такуми не успел остановиться и врезался прямо в меня. Ой!
Нацуми, ты в порядке? Я? Ох, вроде да. Прости, я не хотел. Все хорошо, Такикун, я не ушиблась. А ты? Я вроде тоже. Ты точно не ушиблась, Нацуми? Нет, все в порядке. Такикун, ты можешь меня звать Нацуми-чан? Хорошо. Давай на лавочке посидим, отдохнем. Давай. Мы пришли к лавочке и сели. Я видела, как Такуми улыбался. Он был таким счастливым. Ох, вот это мы поиграли! А ты неплохо играешь. Для девочки это здорово. Ты на спортивную секцию ходишь? Нет, просто у меня хорошая реакция. Вот и все. Ты тоже хорошо играешь. Спасибо. Кстати, а ты только портреты рисуешь? Да, только портреты. И только карандашом. Ничего себе. Угу. О, хочешь, мы у меня погостим на следующей неделе? А? Я в гости тебя приглашаю. Поиграем, порисуем. Ну, да. Можно, Такикун? А мама и папа не будут против? Не будут. К тому же их не будет дома, когда мы придем. Ладно. Ну что, продолжим играть? Да, продолжим. Тогда идем, Нацуми-чан. Я была так рада, когда Такикун пригласил меня в гости. Я снова ощутила что-то в своем сердечке. Не понимала я, что это за чувство. После школы, когда наступила новая неделя, Такикун привел меня домой. Вот, это мой дом, а вот и моя комната. О, тут светло. Игрушки вижу, мячик. О, а это что? Игровая приставка, Сатурн. Сатурн? Ого! Можем сыграть. Правда, у меня один джойстик. Но ничего, будем играть по очереди. Давай попробуем. Сейчас. У меня есть игра про то, как дети попали в мир грез. И там встретили то ли фею, то ли шута. Ну, веселенькая она. Да ты что? Ага. Такикун включил игру, и мы начали играть. Эта фея, которой мы играли, умеет летать. Она собирает шарики, звездочки и помогает мальчику и девочке. О, смотри, я сделала круг в воздухе. Здорово! Собирай вот эти шарики. Ага, сейчас. Мне было так хорошо. Давно я такой счастливой не была. Потом Такикун начал рассказывать разные истории. Я смеялась. А когда я однажды ударил мяч, и тот отскочил от столба, мне показалось, что мне мяч сказал: «Ой! Лучше ворота! Не надо в столб!» Я серьезно! Он такой: «Воу-воу! Ой! Воу-воу! Ворота!» Такикун, веселый ты! А затем Такикун проводил меня до дома. Мне было приятно. Перед тем, как мы сказали друг другу пока, Такикун спросил меня: «Слушай, Нацуми-чан, а хочешь, чтобы я к тебе пришел в гости?» «Ко мне? Я даже не знаю». «Я бы посмотрел на твои рисунки. У тебя они получаются отлично». «Ну, я думаю, мы можем ближе к выходным это сделать. В пятницу, например». «Хорошо, давай. Увидимся, Нацуми-чан. Пока». «Пока». Я стала часто думать о Такикуне. Раньше я о нем не думала так часто. А теперь думаю. Мне с ним очень хорошо. И когда я думаю о Такуми, мое сердце почему-то сильно бьется. Я стала понимать, что Такикун не просто мой друг. Гораздо больше. Но чувствует ли Такуми то же, что и я? Я не знала. Я боялась признаться. Потому что Такуми мог неправильно меня понять. Вы знаете, я решила нарисовать новый портрет. И на нем был изображен Такуми. Мне хотелось чем-то удивить его, порадовать. Так вот, наступил день, когда Такикун решил пойти ко мне в гости. После школы мы отправились ко мне домой. И вскоре мы пришли. Заходи, Такикун. Я тут. Ого, у тебя уютно и очень светло. Ух ты, сколько у тебя мягких игрушек! Да, я люблю с ними играть. Я часто их обнимаю, особенно когда мне грустно. А вот стол. Тут много карандашей, листиков. О, а рисунки где ты хранишь? Вот, на полке они. Сейчас я тебе покажу. Вот, смотри. Ух ты, столько рисунков!
Сейчас посмотрю. Ого! Какие красивые портреты! И все они карандашом нарисованы! Ага. Если бы ты не сказала, что все эти рисунки карандашом нарисованы, не поверил! А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Я, и если честно, я не думала. Может, ты хочешь художником стать? Не знаю, мне просто нравится рисовать. Но чтобы стать художником, я не думала. А ты? Ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Тоже не решил. Но футболистом я вряд ли буду. Ясно. Такикун, смотри, что я вчера нарисовала. О, какой хороший портрет! Постой, а кто тут нарисован? Это не аниме, девочка. А ты угадай. Погоди-ка. Так это же я нарисован! Как здорово! Мне нравится этот портрет! Ты старалась! Спасибо. Такикун, послушай, я хотела бы подарить этот портрет тебе. Мне? Ага. Ты знаешь, мне хорошо с тобой. Мне весело, мне приятно, когда ты рядом. Я чаще улыбаюсь, и мое сердечко сильно бьется. Я часто думаю о тебе, я не знала, что со мной, но я поняла, я люблю тебя, Такикун. А? Да. Ух, а ты? Я тебе не нравлюсь? Возможно, я не такая красивая, как другие девочки. Похожа на мальчика. Нет, ты что? Это не главное, мне тоже с тобой хорошо, весело. Я тоже думала, что мы будем только друзьями. Будем как брат с сестрой, но я тоже часто думаю о тебе. Правда? Да, я тоже тебя люблю, Нацумичан. Такикун. Мне хочется с тобой быть, взять за руки и ходить, ходить, ходить. За руки? Да, я хотела, но все стесняюсь тебе сказать. И личико такое милое у тебя. Милое? Ага. Ой, Такикун. О, я что-то не то сделал? Это было неожиданно, но мне было приятно. Ты поцеловал меня, значит, ты действительно меня любишь. Да, люблю. И я тебя люблю, Такикун. Спасибо. Ой, а вдруг нас засмеют в школе? Ну, когда мы будем вместе, хотите за руки держаться? Не засмеют. Мы никому не скажем, что мы встречаемся. Никому. Только нашим родителям. Я никому, кстати, не сказал, что ты умеешь рисовать. Я ведь обещал держать твой секрет в тайне. Такикун, спасибо. Я знала, что тебе можно доверять. Спасибо. Не за что. Давай мы в следующий раз, когда пойдем гулять, будем держаться за руки. Давай? Давай. Да, мы влюбились. Я в Такуми влюбилась, а он в меня. И вы знаете, с Такикуном я уже не такая стеснительная. Я стала немного увереннее в себе. Мне веселее на душе. Да и сердечко сильно бьется, когда Такуми рядом. Надеюсь, мы будем с ним вместе всегда. Не только в школе, но и потом, когда вырастем. А я хочу этого. Очень хочу. Я уверена, что так и будет. Да!